Мне нужно в 2012 году, сейчас, если это так. А рядом там возле этой части еще же часть, да, есть? Как она называется? А, у меня там... Я знаю, да. Да-да-да, есть такое. Добрый вечер, Тимми-бот. Зачем? Вот можно вопрос задать? Зачем делится трансляция? В чем прикол? Можете сказать привет. Привет. Говори. Привет, Харьков. Замуж не вышла еще. Нет, не вышла. Привет, привет. Спасибо большое. Я была, где отдыхала летом. Я ездила летом, я ездила в Башкирию отдыхать. На озеро. На озеро, короче, мы ездили отдыхать. Мне там очень понравилось. Ну, я первый раз там была, там очень красиво. Там и красиво, и воздух классный, и природа супер. В общем, классно. Уже было прохладно. По-моему, это был конец августа, и такая погода была, что, в общем, я не купалась. Я была там так, раз, два, три. Три дня, по-моему. Три или четыре дня. Три, скорее всего, дня, уже не помню. Ну, в общем, на выходные, можно сказать так. Там очень круто. Плавать не умеешь? Плавать умею. Я же мастер спорта по плаванию. В Башкирии. Это в Башкирии. Привет, ты на алименты уже подала? Давай сходить в кино. Какие алименты? Привет, это где Уфа? Ну, это... Рядом есть город Магнитогорск, недалеко. Ну, наверное, в ту сторону, я так думаю. Мастер по моторам. Лодочным. Привет, Лондон. Привет, Германия. Капец.
ужас. Кошмар. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое. Только у нас уже вечер. Надеюсь, он будет добрым. Опять, скажите, зачем делиться трансляцией? Можно вообще убрать здесь, чтобы не делились трансляцией? Или нет? Скажите, пожалуйста. Можно или нельзя? Как, скажи, Аслан, ты же умный. Я не знаю, конечно, тебя. Откуда ты появился тут? Но можешь мне посоветовать? Мы с тобой сотрудники, значит, да? Коллеги. Спасибо за хорошее настроение. Привет, 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 привет. Ну, ты все рассказал здесь. Зачем? Зачем ты здесь все рассказал? Добрый вечер, добрый вечер.